освещение вообще офигенское. Я сегодня такой прямой эфир классно вела из машины утром. И забыла выключить Wi-Fi, короче. Как то, что приехала на работу, у меня там вообще все слетело. То есть я его раз, сохранить, и все. И, короче, слетел. Да блин, думаю, вообще. Да. Бывает такое. А мы сегодня целый день на Роджере, короче, все сели. Ты знаешь, сегодня много было, как ни странно. Сегодня много. Да? Ну, среди недель вчера, когда мы были позавчера, еще более-менее, сегодня уже прям многовато. Ну, так. А выходные, наверное, да, будет. Так. Покажите в полный рост мой наряд. Он очень длинный. Блин, солнце падает вообще шикарно. Ой, я сегодня на мероприятии вообще просто на роскошном под названием «Квартирник». О, мы, кстати, сидим на VIP-местах, вот, ждем мою подругу, кто это все затеял и который хочет свалить отсюда. Так, ну а вот организатор этого мероприятия. Ну, ты знаешь, вчера меня спросили, сколько ты времени вообще проводишь в Инстаграм? Фотограф меня спросил. Да? Знаешь, сколько? Вот угадай. 2:40 в день. 2:40 в день? Да, 2:40 в день. Оля, скажи, ты организатор этого мероприятия, да? Ты владелец Kit Media Holding, что ли, да? Да, очень красиво. Нет, я просто пока что для антуража, чтобы антуражу не мешало. Так, а слушай, а певица приезжает с Москвы, да, какая-то московская? Да, офигенная певица. Да? Да. В прошлый раз же понравилось. Ну да, да, очень. Ага, ага, ага. Это я нахожусь в кафе-дом. Впервые я вообще просто вот на террасе в кафе-дом. Ой, Балакову привет. Марафон, да, марафон у меня закончился, и 14 апреля у меня, 14 июля, я уже вообще подлетываю, 14 июля у меня начнется марафон, он будет уже, так сказать, в более улучшенном формате, потому что я еще там буду давать тренировки, ну, по крайней мере, рекомендовать тренировки, разработаю план тренировок, наверное, для... так сказать, для начинающих или для тех, кто желает войти, влиться в спортивную жизнь. Вот, скажем так. Так. А? В спортивную жизнь, кто хочет влиться, да, я буду давать тренировки. У меня просто проходит марафон стройности, вот, я провожу. Вот у меня буквально вчера закончился, а 14 июля начнет следующий. Но там питание у меня в закрытом аккаунте, есть закрытый аккаунт, вход туда платный. Стоимость 950 рублей, 21 день. Я учу, как построить себе питание согласно вот продуктам, граммовке. 950 рублей. 21 день. Так, ну-ка, скажи. Вот, смотри, что так дешево? Ну, ты представляешь, вот, ну, низкая стоимость, в принципе, на самом деле, наверное, может быть и не низкая, потому что людей много. Много людей. Все это проводится по... Да. Причем у меня там в этот раз будет призовой фонд 10 тысяч рублей. Да, то есть, да. Я пойду. Пойдешь? Я когда знаю, вот. Такой социальный проект, я многих важных значит. Мне тоже интересно. Я ну,
я это все буду активно еще рекламировать. В субботу я пойду делать фотосессию для плакатов. То есть хочу плакатов по всему городу вообще развесить. А какой результат? Результат? Вообще в первом самом марафоне, у меня был месяц этот марафон, девочка похудела на 10-300. За месяц. И лично я сама была знакома, она приезжала ко мне за небольшим таким презентом, потому что в первом марафоне у меня много было спонсоров, которые участвовали в вручении подарков, вернее, они дали подарки. С 56 килограмм за месяц она похудела 49 500. Представляешь, при таком маленьком весе 6 раз в день ела. То есть 6 раз в день ела, все, говорит, муж охеревал, сколько я ем. И она приезжала, она живет рядом со мной, как оказалось потом. Говорит, я заеду за подарком к тебе. Ну вот в этот раз я буду делать физкультуру. Вообще только питание. Только питание дают. То есть ты только на питании ничего не делаешь, можешь похудеть нормально за месяц. Если все будешь выполнять четко. Вот. Это я сегодня поехала с приятельницей своей на Роджер. Она тоже говорит, я придерживаюсь. То есть у меня с собой сумка в холодильник, у меня там все четко разложено, все. Я говорю, где твоя еда? Придерживаюсь. Да, я говорю, где ты придерживаешься? То есть вот так вот. Ну да, если ты уже участвуешь в марафоне, да, если ты ходишь, значит, ты должна довериться мне и делать все, как я говорю, и будет вообще все. Ну сейчас у Аллы Валерьевны спросим, она же тоже записалась ко мне, но мне кажется, она ничего не делала. Хотя я сегодня спросила, говорю, у тебя как дела? Она говорит, отлично. Я говорю, слушай, ну думаю, все. Сейчас придет худая на худая. Так. Качество плохое, да, блин? Ну, я извиняюсь. Плохое качество. Так, на веселый Роджер вход стоит 500 рублей с завтрашнего дня. То есть это будут выходные, будет стоить 800. Да, 800. Плюс въезд за машину вам нужно будет оплатить еще 200 рублей. Вот так вот, да. Так, да, всем привет. Входит в марафон программа, не программа, а лекция по питанию в прямом эфире. Потом каждые 3 дня у меня будут 2 прямых эфира по часу. Это ответ-вопрос, формат такой, утром и вечером. И, соответственно, каждый день будет полезный пост в ленте. И приз, самое главное, приз 10 тысяч рублей. Вот. Я гуру похудения, я гуру стройности, построения. Похудение – это от слова «худо». Вот. Так. На питании, которое я рекомендую, там можно есть все, даже торт «Наполеон». Поэтому клубнику, сейчас скажу, сколько вы сможете съесть клубники на этом питании в день. 800 грамм клубники, не считая щей, борщей, супов, не считая картофеля, макарон, салатов и свежих овощей, курицы, креветок и так далее. То есть клубника будет идти десертом и выходит там где-то 800 грамм клубники в день. Я думаю, это в принципе достаточно. Расскажите о сегодняшнем холодильнике. Что было в холодильнике? В холодильнике все. Что у меня было сегодня в сумке в холодильнике? У меня было 3 контейнера, и в каждом из них была куриная грудка на тефлоновой сковороде. Я запекаю, жарю без масла. Были макароны, была гречка и помидоры, огурцы. Еще с собой я брала сгущенку. И я после каждого приема пищи еще... То есть я 3 раза не поела на Роджере. Сегодня 1 раз я поела дома борщ утром, и сейчас я поела борщ. То есть я уже 5 раз сегодня поела. Ну, наверное, исключается алкоголь. Да? Алкоголь исключается? А остальное все можно? Все. Все. Можно, все можно, любой соус, все. Но я просто рассказываю, как, что, какие соусы можно. Вообще можно все. Можно все вообще, без исключений. Вот. Все по определенной граммовке. Вот в чем дело. То есть нужно понадобится однозначно вам электронные пищевые весы. Меня, наверное, ни хера не слышно, я так думаю. Потому что тут музыка орет как ненормальная. Так. Ой,
спасибо большое. После 14.07, да я думаю, будет. А почему бы и нет? Будут марафоны. Если у меня это все получается, люди странеют, то почему бы мне их не проводить? Июля. 14 июля. А я буду вести активную подготовку к июлю, потому что 21 день провести марафон для огромного количества человек, это нагрузка вообще. У меня он только вчера закончился, очередной. Вот. А, и плюс я еще в июне уезжаю на Сицилию. Поэтому, соответственно, я как приеду с новыми силами, с новыми знаниями, вот, я тогда это... Я еще там, знаешь, что делаю? Я еще каждый день взвешиваюсь сама. То есть я худею вместе с группой. То есть я тоже стремлюсь к определенной цифре на весах. И то есть я утром показываю там, что как у меня там на весах. То есть вот таким образом еще мотивация идет офигенская. То есть люди говорят, мы хотим, говорит, съесть кусочек торта или там что-то, говорит, включаем, а там Калачева свой пресс, сучка, показывает. Она говорит, у меня, говорит, этот торт прям, говорит, вообще я сразу вот так вот этот торт. Так. Эфир, конечно, конечно, будут сохраняться эфиры. Я вообще эфир всегда сохраняю, да? Вот, правда, у меня сегодня утренний вылетел вот из этого аккаунта. И, соответственно, эфиры будут сохранены. И будет эфир проходить и утром, и вечером, понимаете? То есть я специально сделала сейчас такой марафон, да, где эфиры будут утренние и вечерние, для того, чтобы было удобно смотреть и людям из Магадана. Камеру протереть? Я не знаю. Меня вообще отлично видно. Я не знаю. Вам нужно камеру протереть. Кому плохо видно. А я себя вообще нормально вижу. Значит, у меня с камерой все ништяк. Так, ну ладно, тогда, если все плохо, значит, тогда начинается 14 июля. Ну все, тогда пока. Я пообщаюсь, посижу.